Привет, друзья! Ну что, уже практически дошли до площади Рынок. Не знаю, одну минутку от кафедрального собора Марии Магдалины и... Та-дам! Ну вот уже я по разноцветным домикам догадываюсь и понимаю, что это площадь Рынок. Да. Ой, ну надо, вот еще гномик. Сейчас. Это... Карамело. Кармелло. Вот, ой, какой красивый гномик, смотрите, с карамелькой. А ну еще Наташ, давай, возле гномика. А я потом сделаю просто видеокэпчур, класс. Красотень. Все, сейчас я возле него сфоткаюсь и будем выходить на площадь Рынок. Думаем, это уже пятый или шестой гномик, с которым мы сфоткались. О, как красиво. Давайте, оп, и ниже. Опустила вам. Вот она. Так, вон я вижу ратушу уже. А я сейчас тебе покажу, да, потому что я, думала, вот то ратушу. Почитала я площадь Рынок, но абсолютно все, в принципе, забыла. А что нужно вам сказать? Во-первых, конечно, если вам интересно историю, смотрите, грузить я вас не буду. У нас канал, когда мы берем вас с нами и путешествуем. Сейчас просто встанем и посмотрим. Теперь я не знаю, как вам это показать. Вы, наверное, видите, они такие разноцветные. Они такие и розовые, и салатовые, и оранжевые. Такие, как должны быть дома. Да, такие вот, чтобы ты вышел, такой идешь на работу, а мне сегодня весело. Да, мне сегодня не весело, но весело, но настроение поднимается. А ну, Наташа, ну нам поднимется настроение, ну давай. Что? Тебя настроение уже поднято? Да. Да, ты что, класс. А вот сейчас еще сюда. Дома, эти все ангелочки, это все, это такая красота. И главное, что я бы гномов уже всех пропустила через камеру, если бы не Наташа. А как ты можешь? Ты не видишь? Да, я не вижу вообще ничего через камеру. Да. Так, ну давай сейчас обойдем со стороны ратуши, да? Да. Я хочу к тому дому пройти. Вот смотри, какие. А потом, вот так, грифоны, как мы площадь Львова, да, рынок обходили. Также сейчас обойдем вот это вот полностью по центру. А вот там татухи делают. Да, я видела. Идем? Спросим, есть места свободные? Да, у меня уже 6 татуировок, сейчас обязательно набью себе 7-ю. Хорошо. Так, ну что, гуляем. Смотрите, сегодня, в принципе, выходной, но я думала, людей будет больше намного. Я же расстроилась такая, думаю, идем, наверное, будет толпа. Будет, все будет, если они выставляют... Ну, уже без 5:11, я думаю, будет, но попозже. Ну, во-первых, жарко сейчас начнется. Будет к вечеру. Гном, я вижу, ура, я хоть какой, я хоть какого-то гнома сама увидела. Значит, хоть как боже какой. Это что за красота такая? А там еще сверху птицы летают. Ух ты, какой-то гномик интересный, прям с косичками такой. Мороженое, он мороженое держит, потому что мороженое, вот же. А так классно, сделали гнома, сделали мороженое. А помнишь, как у Наташи была паника в Мумбасе, когда у тебя вороны хотели забрать? Язык, это же девочка, смотри. Ты же сказала, с косичками гномик. Это язык выставил. А можешь просто его на свой телефон сфоткать красиво? Потом инстаграмчик запущу, маме отправлю. Вот, ну и я гнома нашла, по-моему, 7-й гном, да? Друзья наши, это просто, я не знаю, она просто стать таки вот фоткаться, наслаждаться. Ну, красота вообще. День. Сегодня тепло. Мы во Вроцлаве. Ай, спасибо. Тут тревог нету. Можно отдохнуть немного. Ну и пожелать нашим городам всем, чтобы наконец-то все прекратилось и наступило мирное время. А здесь, конечно, здорово. И вон хард-рок кафе я вижу. Это кафе, которое тоже в Кракове есть, на главной площади. Говорю, хард-рок кафе там есть. А, оно везде, да. Так, сейчас мне даже интересно, это охота за гномами. Знаете, оно захватывает. Я делаю видео и быстро так окидываю взглядом. Где-то же они всегда где-то прячутся. Это действительно интересно, это охота на гномов. А еще я думала, что они маленькие, меньше, раза в 4, и в них еще можно спихнуться. Я такая думаю, а вдруг я иду и спихнусь, а вон гном, по-моему. Так, я нашла гнома снова. Нет, мне интересно, потому что мне через камеру не сильно хорошо видно. Как раз сейчас отвернусь от гнома и покажу вам уже ратушу. Это что за красотунчик? Он тоже фотографирует кого-то. Гном Кроссан. У него как на голове кроссан. Нет, это его шапочка. Кого фоткает, я не понимаю. Не знаю. Ты кто? Еще кого-то. Он кого-то несет булаву. Подожди, видишь? Вот это кто-то несет, это булава у него. О, прикольно. И он его фоткает.
Ой, красотун, привет, гном красотун. А ну да, я тебя вот так вот сниму еще. Дрожечки, я не знаю, что это написано. Дрожечки? Ага, что ты, может, есть здесь? Нет, здесь банкомат. А, не так надо смотреть, иди сюда, с этой стороны. Вон. Бачишь? Чего, он фотает? Или он цветы несет? И он его фотографирует. Человек несет цветы, понимаешь? Классно. Или это просто... Ой, я сяду. Ну, считайте, сфоткала. Потом сделаю кэпчур. Так, и смотрите сейчас. А вот и ратуша. А вот и ратуша. Я знаю, что эти часы... Все, что я читала, я запомнила про часы, что они очень необычные. Я уже вижу, что они как-то по солнцу. И там механизм тоже очень древний. Наверное, практически как на, похоже, на как Львовской Праге, ратуше. А на Орлой. На Орлой, но тут ничего не Орло, да? Вон гном снова. Так. Гном! Смотрите, мы прям на гномов охотимся вообще. Это денежный гном. А что-то он такое смотрит через лупу. А что он такой? Нет. Если денежный, надо пузико тереть. Да, он про это. Наташа, ну, посмотри на меня. Ой, ну такие ушки. Так, сейчас тоже вам покажу ратушу, рассмотрим с вами все. И пойду тереть денежному гному пузо. Пригодится. На работу возвращаюсь в Эмиратах, надо, чтобы все же было в порядке. Так, давайте посмотрим с вами часы. Необычно, действительно. Это ратуша, да? Да, это она, я просто видела фотки в интернете, это точно. Дальше... Можно заходить или просто сегодня подходить? Потому что там ворота закрыты. Ничего, ничего. Ох, приятно. Слышите? Ставьте лайки, если слышите. Как я лайки выпрашиваю? Проверяешь слух, да? Красиво. И так люди, ты. Как же, что же они показывают? Ага. Не знаю, потому они обычные, и механизм там необычный 11. Должен быть. Ну, 11, смотри, сейчас ровно 11, и оно показывает на 11. А, видишь? Тогда все просто, действительно. Тут нету солнца там, или... То есть там механизм. Залюбовались. Надеюсь, я моим фейсом не помешала. Ну, сейчас пофоткаемся и, наверное, включимся снова. Мы же еще не обошли всю площадь. Бачишь, Наташа это? Монстров нашла. Показывай, где. Я увеличу. Видишь? Где именно? Ну, налево от права часов. Там вон, ага. Сток, вот там, где стоки, а там называется. Вон они как вылазят оттуда из сапожек. Они с рогами такие страшные. Оберегают. Оберегают ратушу, да. А еще, смотрите, здание, Наташа говорит, в золоте прям все. Сейчас пойдем посмотрим. Там вон галерея 26, это спустельская галерея. Мы с вами все равно все обходим. А вот, кстати, еще смотрите, просто тоже такие домишки. Видно уже такой вот, как не центр, но тоже все классно, старинно и весело. Смотри, какая ваза на этом доме там, золотая стоит. А, видишь, кубочек наверху, вы видите? Да, кубок золотой. Ага. А он какой, фрегат или что, как это называется, такой корабль? Кораблик, да, сейчас подойду, золотый. Потому что мне очень печет солнце. А там колесница, повозка. Сейчас ближе подходим к этому чудесному. Кстати, классно, тебя от отеля недалеко. Вот. Красиво реставрировано, явно. Ага. Красиво. А видишь, и тут и внизу такая же, типа, ваза, да, и вверху, и внизу. Это дом под вазой, будем называть его. Дом золотой. Кто здесь был, знает, пишите. Галерея 26. Пьера Гарня дальше идет. И, о, тут еще с этой стороны красота какая. Люди гуляют, мы с вами гуляем. Боже, какой там прямо дом красивый, тоже разрисован. Вон весь желтый. Ага, я думаю, смотри, мы к нему еще ближе подойдем. А сейчас мы просто идем и смотрим с боков.
ратушу. А ты пишула когда-нибудь этот хард-рок кафе? Смотри, тут такие порции необъятные. Ну, людей, кстати, много сидит. Ну, слушай, может, люди завтракают? У них завтрака не было. У нас такой завтрак был, что мы, еле отошли, я вам скажу так. Пойди сюда, если увидишь на ратушу, вот там прямо подойдем, дальше немножко, и там солнце, часы, вот циферблаты, бачишь? Вот я думаю, там дальше будет виднее, красивее. А интересно, они очищенные, а сбоку грязные часы? Странно, может, их реставрировали, очищенные? Ну, ревизор Натальи, от нее ничего не утаится. Какая же красивая площадь, рынок. И это просто пряничная, старинная, безумно классная ратуша. Слушай, а заметь, оно сколько? Оно остановись. Да. Это специально так они на бок сделаны? Вот смотри, вот эти же, я не знаю, что это. Я не знаю. Горны какие-то. Ну вот ты поняла, да? То ли это свет, что это должно было быть? Освещение, как шпиль, да? Но он изогнутый. Прикольно, да, сделано? Ну, пишите, кто знает, нам будет интересно. Ты все снял, как олени, смотри, там вон кто-то. Вон, видишь, такой по балюстраде идет. О, да, вот смотри. Еще смотрите. Там кто-то везет возы какой-то, потом собаки. Ага. Так, а, охота, наверное, это охота, поскольку вон гончий, да, то есть на лошади, охотник, собаки, и вот это зверье, за которыми он охотится. Слушайте, ну тут смотреть, не пересмотреть. Не, мы любим сафари. Вот в Кении мы вам показали много сафари. А вот охоту мы так. Вот такое красивое солнце, да? Такое смуг, да. Мордочка. Полнощёлкое такое солнце. А туда нельзя подниматься? На Эльжбеты можно. Эльжбеты вон. Знаешь, да? Нет, сюда нельзя, по-моему. Так а что здесь подниматься маловато будет? Да? Хотя Эльжбеты вон выше. Мы идем. Если поднимемся, значит, нужно на Тумском острове. Там красивый Тумский остров, и можно его посмотреть. Эльжбеты здесь. Что это за военные машины? Mm-hmm. Что они показывают? Полянскую Митси? Mm-hmm. Маловато просто тогда поставили. Ладно. Они Люди этой Митси. Аптека? Аптека. И сейчас мы вам поднимем, что это за аптека такая. Под ратушей. Аптека под ратушей называется. Боже, какие здания красивые. Ой, под зонтиком кто-то сидит, парень. Потом на колеснице. Это мы давно гномов не видела про зонтиком. А потому что мы не смотрим вниз, мы на лице. Ага. Вот, я думаю, палочку гномов мы уже пропустили. Ну, позор нам, позор. А там тоже солнышко с той стороны. Mm-hmm. Смотри, ну мы разного сорок. Ратушу, конечно, посмотрели. Я думаю, мы вам все снимем и сами еще погуляем, потому что гулять и не нагуляться еще на этой площади. Смотри, какое тоже какой-то собор и какая крыша вижу, у него. Да. Зелено-бордово-красная. А вам видно крыша? Ой, она как белая. Из чего-то переливается. Как бисером сделано, да, как будто бы? А мне как из дождика новогоднего. Обалдеть. Так, Александр, кто? Александр Фредро. Фредро. Ну, я не знаю, честно, не буду выдумывать, что я знаток, не знаю. Так, ну идем вот это вот, писать. Замкнем уже прекрасный круг. Ой, ты видишь, как это? По рынку. Для освежения. Прикольно. Класс. А, кстати, да, 32, я вам скажу, освежиться надо. Что это за милитари? Это дети залазят, смотрят? Ой, я вам желаю, чтобы ваши дети никогда не залазили в милитари машины и не разбирали их после военных действий. Это можно в середину. Да, что-то не хочется. Так, ну вот, золотой дом, как Наташа сказала. Я так скажу, что, наверное, это нарисовано, да, этот золотой дом, что ты сказала? Конечно. Я его не золотой называю, а желтый. А желтый дом. Ну, красиво как-то. А рядом какой-то. А вон Эльжбета, кстати, за этим. Вот это да, вот Эльжбета, да. Вот. Если что получится взбираться, нам на Эльжбету. А я вот думаю, ты же говоришь, сегодня праздник, защитница, она вот... А, да, машина, сегодня, наверное, да, наверное. Военные машины. Я вам скажу так, что на Тумском острове взбираться и на Скайтауэр должен быть лифт. А на Эльжбете его нету, поэтому проблема еще в наших коленях может быть. Ой, смотри направо. Ага. Направо, смотри, я уже вижу, да. Бачишь, сидят. Мужи думают. Так, ну сейчас просто замкнем площадь рынок с вами уже. Ага, мы даже так не пройдем, кстати, здесь будет какое-то представление сегодня. А я вспоминаю, мы так в Кракове вышли, когда уже улетали в Дубай и вареников наелись.
Здесь очень много тоже всего. И красивые домишки такие разноцветные. Вот, я говорю, представление какое-то. О, всякие вот эти вот военные штуки, мотоциклы, можно посидеть, Ямаха, оборонная техника. Ну, все занимают места, что здесь будет, наверное. Так, Наташу я потеряла. Вот сейчас уже так людей много. Да, все красиво, когда тебя. Да, это все красиво, когда не в твоей стране происходит такое, поэтому неинтересно. Спасибо. Сейчас. О, тут, наверное, какие-то светоп-музыка прям будет, панорама. Красиво сделано. О, а сейчас эта крыша вообще не белая, изменила цвет. Видите, мы с вами отошли, она как серпантины, это изменила цвет. Да, сейчас такие квадраты ровные. О, не, ну красиво. Впечатления красивые очень сильно. Вот это реально, впечатления красивые. Да, звучит хорошо. Впечатления красивые. Ну вот, посмотрели мы с вами площадь рынок и ратушу. Надеюсь, вам понравилось. Действительно классно, интересно, тепло, хорошая погода. Вот, ну, рекомендуем. Вроде бы пока нравится, да?